По легенде, с путей сошло 6 вагонов грузового состава. Разгерметизированы 2 цистерны с аммиаком. Первыми на место ЧП прибыли пожарная, санитарная служба, городская служба спасения и скорая помощь. Место аварии оцеплено. В 3 точках проведены замеры. Превышение ПДК везде в 7 раз. Работа тока в средствах защиты. И все мероприятия согласно аварийной карточке номер 208. Пожалуйста. Понял. Ждем прибытия пожарного поезда. Пожарный поезд прибыл без задержки. Вскоре опасное место перекрыла водяная завеса. На цистерне был закреплен магнитный пластырь. Место утечки изолировали воздушно-механической пеной. Люди, проживающие вблизи железной дороги, были условно эвакуированы. Без пострадавших не обошлось. Опять же условно. Парами химического элемента отравился один человек. На ликвидацию аварии потребовалось 12 минут. Руководитель учений высоко оценил действия всех подразделений. Взаимодействие всех привлеченных служб было организовано на высоте. Все сработали на отлично. Авария ликвидирована. Железная дорога не единственный в городе опасный объект, который таит в себе постоянную угрозу для населения. Поэтому подобные тренировки проводятся в Кунгуре каждые 3 месяца. Для поддержания боеспособности служб экстренного реагирования и ради нашего с вами общего спокойствия. Дарья Гребнева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».